Сегодня на заседании антитеррористической комиссии в Чувашской республике обсудили результаты деятельности органов исполнительной власти по профилактике терроризма в 2019 году и эффективность реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма. В 2019 году в республике проводилась работа по составлению паспортов потенциальных объектов террористических посягательств, учреждений образования и торговли. В РИО главы Чувашии потребовал в кратчайшие сроки завершить утверждение этих документов в муниципальных образованиях. Олег Николаев отметил, паспортизация позволит оценить необходимый объем финансирования для обеспечения антитеррористической защищенности. Только в Чебоксарах на организацию пропускного режима и круглосуточной охраны в образовательных учреждениях требуется свыше 300 миллионов рублей в год. В рамках подготовки к Всероссийскому дню голосования по поправкам в Конституцию России в РИО главы Чувашии поручил критически проанализировать возможности обеспечения безопасности в организациях, где будут размещены избирательные комиссии, и при необходимости принять оперативные меры.